Вновь среда, утро, бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс, и я Роман Дусенко. Я продолжаю исследовать тему эффективности управления людей в российских компаниях. За это время в процессе подготовки мне повезло пообщаться с очень много интересными людьми. Несколько интересных фидбэк. Вплоть от того, что разве можно что-то вообще в нашей стране тут изменить, потому что все вокруг вроде как бы не очень, вроде что-то тебе мешает, что-то тебе не дает. А с другой стороны, да, классно, надо применять вокруг себя те практические опыты, которые можно сделать. И напомню, что наша программа заключается не в том, что мы показываем успешных директоров по персоналу или собственников, или директоров компании. Да, это так. Но цель нашей программы в том, что они рассказывают свои кейсы, которые вы в любой момент времени, задумавшись о том, что нужно сделать, можете взять и попробовать. Если не получилось, мы открыты в социальных сетях. Вы можете написать каждому из нас, можете мне написать, моим гостям. Мы будем только рады, если какой-то успешный опыт будет транслироваться в нашей российской действительности. Ведь от нас напрямую абсолютно зависит, насколько компания эффективна. От вас, от директоров, от собственников зависит то, какая ваша компания. Ведь вы, по сути, являетесь основой и столбом своей компании. Ведь вся компания — это продолжение вас. И если вы начинаете задумываться об эффективности, значит и компания будет двигаться в эффективность. И если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваша компания эффективно развивалась, задумайтесь о том, что люди для вас являются важнейшим ресурсом. Мы продолжим изучение управления эффективностью людьми в нашей российской действительности. Какая бы она ни была, это наша с вами родина, и мы должны сделать так, чтобы нам здесь жилось хорошо.